Сильный ураган обрушился сегодня на российскую столицу. По разным данным, в Москве жертвами непогоды стали от 8 до 11 человек. Около 70 пострадали. Температура воздуха в городе резко упала с 25 до 15 градусов. Прохождение холодного фронта сопровождается ливнем, местами с грозой. Не исключено, что может где-то пройти град. Порывы ветра достигают 28 метров в секунду. Ураганный ветер вырвал несколько сотен деревьев с корнями, разрушил наземные конструкции, повредил автомобили. В московских аэропортах задерживаются рейсы, наибольшее число в Шереметьево. Увеличены интервалы движения на некоторых линиях метрополитена. Водители просят быть аккуратными на дорогах во избежание роста числа ДТП.